Костюмы ненецких мастеров впервые будут представлены на неделе моды в Москве. Свои коллекции на главном событии российской фэшн-индустрии представят три мастерицы. О подготовке к участию в показе главе региона Александру Цибульскому рассказали инициатор ранее поддержанного губернатором проекта, член Совета Федерации Римма Галушина, заместитель губернатора Татьяна Логвиненко и заместитель директора Центра развития бизнеса Ненецкого округа Елена Ермолина. Как отметила Елена Ермолина, вся работа по созданию коллекции была проведена совместно с командой специалистов, дизайнеров, конструкторов и модельеров. Три национальные капсульные коллекции одежды созданы с применением современных трендов и интеграцией их с традиционным производством одежды северных народов. Для этой недели мы, получается, отшили дизайнерам нашим три коллекции одежды. Вот как раз сейчас их смотрите. Это Лилия Тайбарей, Ольга Суховарова и Анна Сметанина. Они сами тоже будут присутствовать на мероприятии, как Римма Федоровна уже сказала, 24 октября в Гостином дворе в Москве. Вот. По самой программе, значит, будет показ вот этих трех коллекций, и помимо этого нам очень рекомендуют представить такую ненецкую культуру, скажем так, чтобы был какой-то коллектив на открытии и закрытии. Вот мы сейчас этот вопрос пытаемся как раз решить с коллективом. В ходе встречи глава региона Александр Цибульский сообщил, что готов поддержать участие в показе окружного танцевального коллектива «Морошки». Показ коллекции ненецких дизайнеров пройдет в Москве 24 октября в Гостином дворе.